идеальная собака для охоты. Она поможет вам поймать самого быстрого зверя и не только. Хортая борзая – очень красивое и гармоничное животное. Она, конечно, не пользуется такой популярностью и славой, как псовая борзая, но в отличие от сородичей, не потеряла своих прежних способностей и является обладательницей высокой скорости и выносливости. Собачки этой породы – отличные охотники, и потому принято считать, что они не подходят для густонаселенных городов. Но это не так. У представителей этой породы дружелюбный характер, и они не проявляют агрессии к человеку, хотя и проявляют недоверчивость к незнакомым людям. Хорошо уживаются с другими домашними животными. Следует уделять особое внимание дрессуре. В городских условиях лучше не спускать собаку с поводка, ведь при виде кошки или маленькой собачки у борзой может сработать охотничий инстинкт. А как известно, борзые – лучшие охотники. Хортая борзая родом из Азии, где столетиями разводились в степях Причерноморья и понемногу проникали в соседние страны. Наибольшей популярностью она пользовалась именно в Украине, где на больших степях ее использовали в качестве уникального охотника. Хортая борзая – это друг и ценный работник, поставляющий еду на скудный стол. В степи хорошая борзая ценится больше, чем хорошая ездовая лошадь. Хортая борзая – это элегантная собака, обладающая крепким костяком и атлетическим сложением. Ее голова имеет форму вытянутого клина с выпуклым затылочным бугром и сглаженными надбровными дугами. Переход от носа к лбу плавный, морда острая, приплюснутая по бокам. Уши хортых борзых узкие, тонкие, невысокие, затянутые вдоль шеи назад. Спина хортых борзых мощная, широкая, поясница выпуклая. Круп крепкий, покатый, живот подтянутый. Передние конечности тонкие и прямые, задние широко расставленные. Хвост в спокойном состоянии свисает вниз, в движении поднят выше спины. Шерсть у хортых борзых короткая, прямая и гладкая. Летом подшерсток отсутствует, а к зиме отрастает. Средний рост 61-75 см, вес от 18 до 35 кг. Содержать хортых борзых несложно. Их шерсть не требует особого ухода. Хортые борзые комфортно чувствуют себя и в сельской местности, и в городских квартирах. Но так как это охотничья порода, то собакам требуются большие физические нагрузки. Хортые борзые должны много двигаться, поэтому пятиминутными прогулками возле дома здесь не обойтись. Это послушные и общительные собаки. Они прекрасные компаньоны, верные, преданные и ласковые друзья. Ну а если хозяин увлечен охотой, то лучшего напарника в этом деле, чем хортая борзая, ему не найти. Представители породы умны, они хорошо и быстро дрессируются. Хортые борзые – обладатели крепкого здоровья и иммунитета. При правильном содержании они живут до 12 лет. Для этой породы типичны такие заболевания, как нарушение пищеварения, ряд заболеваний печени, дисплазия тазобедренных суставов. Особое внимание следует уделять питанию собак, ведь их пищеварительная система не предназначена для большого количества белка. Следует тщательно выбирать промышленный корм и хорошо изучать состав. Так вы обеспечите питомца необходимыми микроэлементами и витаминами. Итак, если вы желаете приобрести себе собаку породы хортая борзая, то помните, что хортая борзая – охотничья собака, потому нуждается в длительных и интенсивных прогулках. Подходит для содержания не только за городом, но и в городских условиях. В квартире она также хорошо уживается. Хорты не агрессивны и хорошо ладят с людьми и другими животными. Легко поддаются дрессировке, но иногда проявляют упертость. Имеют крепкое здоровье. В особом уходе не нуждаются.